Это Маляк Рабин. 228. Привет, Жиночки. Чей? Кариночки. Ага, окей, окей, окей. Чей? Игорь, это что, пойдем потом? Представляете, да, в машине стадо верблюдов ехали. Откормленные вороны были жутко просто. Кому мы еще видели по дороге? Да, подальше от начальства, поближе к кухне. Я поближе к начальству здесь, собственно говоря. Что тебе еще захочется? Карина, ау! Кариночка! Я резина, стойкая к пасу! Я резина, стойкая к тормозу! Это точно, да, если что? Улыбочку ты маме передал, понимаешь? Я уже передал. Ладно, тогда улыбочку снимаю. Ну, элементарно. Домино. Ладно, ладно, не буду. А давайте я сниму штаны и буду русалочкой. Давай, русалочка. Снегурочка. Иди. Ну взял и все после. Вот здесь переезжай. В общем-то не так важно, потому что в конце все равно будешь весь мокрый, так что. Вот Геверок правильно поступил. Молодец. Пошли.
нас сегодня больше не будет других нахрен. Вставай с котерку. Все будет. Я знаю. Это называется у нас. Миша, давай, ничего не ешь. Я доберу. Пошли на нахуй. Сейчас я доберу. Давай гулять. Да. Доставай, проверим. Дама. Ну попробуй. Они где-то с нами. Мы будем помнить их. Ой. В смысле? Давай, а мы за тобой. А если я не хочу? Значит, мы никто не хотим. Карина просила подтверждение, что я с мальчиками, не с девочками. Да, что ты говоришь, дорогой? Карина, я с мальчиками. Главное, спиной не поворачивайся ночью. Папа, два пьяных в автобусе сидят и так вот. Кондолер доходит. А за проезд они. О, за проезд. За проезд. За проезд. Хитрение. Зачитывай. А что? Потому что он довез туда это. Он слышал, сказали, было тяжело взять. Жена стояла, заграждала выход. Знаешь, как в публичном доме берут плату не только за то, что это самое, за сам процесс, но и за тем, кто наблюдает за этим процессом. Так я в данном случае наблюдаю за вами. Дороже всего стоит нам наблюдать за тем, кто наблюдает. Ну да. Выпускать? Смотри, ему уже терять нечего, после того, как они спали вместе сегодня ночью в одной палате. Они не вместе были, они были с нами. Не получилось.
Ручка. Ну иди, ну. А что мне туда сунул? Последняя глава. Да пусть лежит уже. На арамейском языке, где Сергей? Вот, вот сюда можно стакан. Это третья глава арамейской книжки. Да. Сейчас дочитаю. Как с самогон вчера выдали. Сейчас сингл только так полетит. А как Монара шла после самогона? А телефоны? Телефон тут сейчас. Ой, ничего себе, палево приехал. А можно было продолжить и уже завтра с утра на работу туда отсюда поехать. Хорошая мысль, хорошая мысль, хорошая мысль, хорошая мысль, хорошая мысль.